Ну что, готовлюсь к отъезду. Настирала. Решила не искушать судьбу. Возьму с собой. В одном поеду, второй возьму. И решила, что возьму брюки и топик и кардиган. Едем мы с вами на недельку. Сейчас, подождите. Женщина просится на улицу. Иди. Меня спрашивали про Люсю. Ребята, у Люси все в порядке. Все отлично. Не переживать. Вы думаете, там, мне одна дама, вы выкинули? Нет, я ее такая взяла для того, выходила, да, там, стерилизовала, деньги потратила. Все, она приглянулась. Меня попросили, я сказала, пожалуйста. Я единственное сказала, что если вдруг не приживется ни к дому, то просто верните обратно. Так что вот сегодня сходила, все прям все хотя настирано, хоть бы высохло все. Зашла сегодня в, как его зовут, в Магнит Косметик. Вот такие вот духи Шакира. Их очень много. Всяких разновидностей. Но я вообще люблю духи сладкие. Сладкие, терпко-сладкие, что-то все. В общем, ребята, я понюхала. Сейчас, где же дырочка-то, господи? И просто не смогла удержаться. Тем более, все остальные стояли. У него тоже была цена 200 там с чем-то. А почему-то снизили цену 990, в общем, 1000 рублей. Я раньше всегда пользовалась духами, кто моего возраста может помнит. Алла Пугачева открыла в свое время линейку духов. А почему я купила? Потому как все духи, сейчас расскажу про Аллу Пугачеву, уже, ну, подходят к концу. Вот такой вот туфелек есть. Ну, вот эти духи, кстати, очень быстро. Парфюмированная вода. Парфюмерная. Вот такой вот красный октябрь. Кстати, духи Красный Октябрь еще у меня были, мой идеал. Боже мой, какой запах. Но их сняли с производства, представляете? Здесь тоже что-то там на дне уже. Это мне дарила Леночка Заимских. Я приезжала на Новый год на Урал. Это арабские тоже уже. Лена, видишь, сколько осталось? Что, январь, февраль, март, вот. Тоже вот чуть-чуть. Эти тоже, ну и тут вообще уже стоят у меня чисто для, как ароматизатор. Остатки сладкие. И сегодня вот такие вот, это мне Ольга привозила в подарок. Приезжала ко мне тоже с Урала. Хочу еще купить такие. Очень классные. И сегодня Елена Васильевна мне презентовала. Ей тоже вот возят отдыхающие, кто постоянно к ней ездит. Духи, она говорит, слушай, у меня их там уже скопилось, флаконов 6. Иди, выбирай, нюхай, какие тебе понравятся. В общем, я сегодня еще прибарахлилась, как магнетиста. Тоже сладкие. Естественно, я выбрала эти сладкие, немного свежие. 313-й империум. В общем, я как бы там слабо разбираюсь, но вот эти-то меня вообще покорили, Шакира. Они есть там и на разный вкус. И держатся, кстати, очень долго. Практически до конца дня у меня сегодня за мной такой шлейф сохранялся такой духов. Вот, я собираюсь, не знаю, с чего начать, чем закончить. Тайну вам пока не открываю. Но завтра все узнаете, когда мы с вами уже полетим. И зашла, купила клубнички. Клубничка. А, да, ну про клубничку сначала. Вот я перескакиваю, вижу другое. Клубничка у нас по 400 рублей. Вот такой вот туесочек я купила. 220 рублей. Ну, там полкило. Я уже, конечно, половину срубала. Очень. И понимаете, как она прямо настоящая. Вот прямо настоящая клубничка. Не такая вот как-то была, как у меня Арина брала, она говорит, ну она как пластмассовая, а это прям
Может быть, уже в Белоречке уже. Я даже не ума. Даже не спросила. А чья клубника? Вот такая вот хозяюшка. Вот. Одно это сейчас как наемся от всей души. Так что поеду в поездку, буду снимать все. Вот иду. Я, конечно, понимаю, что сейчас очень многие подписаны на мой канал только ради того, чтобы кто собирается в отпуск в Новомихайловске, показать там то, показать все, показать набережную, показать, ну, что-то рассказать, просят люди. Но, ребята, мой канал создавался изначально нецеленаправленно, что я как гид, как по Новомихайловскому. Очень вкусная клубника. Не знаю, есть она еще где-то. Или она только у нас появилась. Да везде, наверное, есть. Уже. И поэтому, кто мои подписчики давно со мной, они знают, что у меня канал не только о море. Вообще просто о жизни. О моей, в частности. Вообще просто на жизни. И поэтому, куда я, туда и вы. Скажи, сидишь, что дразнишь. Решила еще перед... Вот заколола. Месяц прошел, вы не подстригались. Но уже все подобросло. О, Господи, что у меня есть такое. И толщины опять много. Пойду завтра к Зое филироваться, потому что очень толсто уже опять, сильно много. Ну, пусть растут. В общем, пока прощаюсь. Начну сумку собирать. Подключу вас, не знаю, что с собой брать. Погода там такая, куда я еду. 19, 20. И не знаю, как одеваться. Ветровку возьму, наверное, с собой. Ветровку. Спортивную обувь. Спортивный костюм. Там вроде таких ресторанных там никаких не намечается. В общем, все узнаем позже. Ну что, у меня последнее приготовление. И сумку уже собрала. Собираемся в путь, дорогу сходила. Вот, как говорят-то, припарок. Муси оставлю. Остается у меня с Муси Елена Васильевна. Будет прибегать, кормить ее, выпускать, запускать. А мы сейчас идем за сумкой и идем. Валяется в грязи. И идем, идем. И идем на остановку. Едем на автобусе. Увидала хозяйку. Пошли, пошли, покормлю тебя, пошли. Пошли. Кормим Мусю. Это до завтра. Ну, у нее насыпан сухой корм вон. Так что не оголодает. Мы даже вот так, я не успела тарелку вниз поставить. Но так даже можем культурно кушать за столом, да, Мусик? Это ее тарелочки, ее миски. Да ты моя красотка. Проголодалась? Пойдем вниз поставлю. Пойдем, пойдем, пойдем. Дома все убралась, чтобы уехала, приехала в чистоту. А сейчас мне еще надо магазин еще поработать, надо успеть до автобуса. В общем, вот. А, сумки сейчас покажу. Сумка получилась небольшая, единственная пока... Взяла с собой временно, вот еще ветровку положила. Там термос. Хочу кофе набрать с собой. Потому как дорога будет длинная. Начинается она сегодня в без 20. Ну, в 7. И закончится завтра только в 10 утра. Потом по дороге расскажу, что почему. Получилось
успела урвать дешевые билеты, но дешевые билеты, это вы сами знаете, это неудобное время вылета. Время вылета у меня в 6:20 из аэропорта Адлер, Сочи. Вот, и поэтому билеты туда-обратно у меня получились 7,5 тысяч. Но вот опять же, добираться как? Сейчас, то есть мы доедем до... В 9:10 мы будем в Туапсе, успеем еще там гульнуть с вами, потому что следующие билеты у меня на поезд, поеду не на «Ласточке», ну как бы он пассажирский, скорый, на «Ласточке» ехать 4 часа, но «Ласточка» была последняя, вот она тоже 8 часов, а мне это очень рано, мне там до 6 утра сидеть. И я взяла на пассажирский поезд 600, через интернет, кстати, все, через, все купила, билет у меня, скриншот, 674 рубля. Идет он около 3 часов, 2 с чем-то, ну около 3, 2:50, чтобы недолго трястись в «Ласточке». Ну и туда прибываем в час, в аэропорт, в 2, в час 51. И вылет в 6:20. Что мы в славном городе Туапсе, в городе Герои. Время 9 часов вечера, но город на то он и город. Здесь активное движение, еще работает много магазинов, а мы с вами выдвигаемся на вокзал. Нам еще в принципе-то 9-2 часа до нашего поезда. Я посмотрела по билету, у меня в 23:20 «Ласточка» премиум, которая идет очень быстро. И думаю, ну-ка сходим мы с вами. Время еще 9 часов. У нас впереди 2,5 часа. Дойдем до морского порта. Градусы юга, Фанагория. Сегодня 27-е, время 20:18 показывает, 19 градусов тепла. Представляете, теплые. Вон тут какой-то праздник у них. А? Как ни странно, меня на пешеходную я подошла, смотрю, машины едет. У нас на Михайловском это редкость. В общем, мы практически... 10 минут, и мы подошли к порту. Сейчас дальше посмотрим. Мы когда проезжали на автобусе, было очень красиво. Освещение плохое. Видно, конечно, может быть, не очень. Вот такие вот там краны. Вот такая баржа стоит. А здесь какой-то прогулочный катер. На волнах покачивается уже. Теплынь, красота. Уже жизнь. Вот знаменитый чупа-чуп светится. Рыбаки на набережной ловят рыбу. Среди них даже девушки, женщины. Играет популярная музыка. Какая огромная баржа. Как же она называется? Короче, английский надо было учить в школе, бля. Какой-то туз в конце. Раздолье для влюбленных парочек на набережной города Туапсе. Бьется о скалы, о камни.
Маяки вот там, видите, мигают. Видео будет нечетким, потому что отключила стабилизацию, но не видно со стабилизацией вообще в темноте ничего. Тут уже сверчки. Сверчки запели. А мы дождались, тут поезд ходил туда-сюда. И переходим с вами. Как красиво, когда все сверкает, когда все. Чувствую себя прямо в отпуске. Поезда здесь вот на площади, прямо напротив, веранда, ресторан, гриль, терраса. Здесь детская веранда, так что там ходят поезда. Ну а нам время подходит 10, надо выдвигаться ближе к поезду. Так что будет возможность, приезжайте с экскурсией в город Туапсе. Здесь вот фонтаны бьют прямо. Сейчас они пока не работают. Ой. Прошу прощения, решила подальше. А мы сейчас пойдем через аллею Славы ближе к ЖД вокзалу. Герой Советского Союза Бондаренко Михаил Григорьевич, 1912-1943, капитан-лейтенант главной базы отряда катеров, был атакован торпедными катерами противника, погиб вместе с экипажем, продолжая бороться до самого конца. И вот таких здесь стелла это, или как назвать, очень много. Герой Советского Союза Кириченко, 1892 года рождения, 1942 год. Заместитель командира по политической части 3-й стрелковой роты 256-го краснознаменного гвардейского стрелкового полка Иркутской дивизии. Погиб в районе села Фанагорийского, помогая своей роте выбраться из кольца окружения, закрыв с собой вражеский пулемет. Героям слава. 9 мая здесь, конечно, будут с почестями возлагать цветы. Нельзя? Почему? Это солдаты. А тебя можно? Тоже нельзя. Итак, очень много. Командир взвода автоматчиков ударного отряда Кошкин Алексей Иванович погиб в неравном бою между горами Семашка и два брата. Получив ранение в обе ноги, подорвал себя фашистов и фашистов противотанковой гранатой. Вот сюда будут возлагаться цветы. Памятник героям, павшим Великой Отечественной. Ну а выйти, наверное, синяки под глазами, потому что как тут, как? Пойду сейчас встану под фонарь. Ну а вы все, наверное, те, кто меня смотрят давно, уже догадались, куда я еду. Еду я в город Мытищи, потому как Аринку положили 4 дня назад в роддом, но оказалась сложная тревога.
а билеты уже невозвратные. Ее сегодня отпустили до ожидания. Планировалось все немножко не так, но еще раз говорю, мы планируем одно, а в жизни получается другое, да? Ну а раз билеты уже куплены и вообще решила перед сезоном немножко отдохнуть, потому что уже вот, ну, я говорю, работать 24, ну не 24, ну 6, на 6-дневке это, конечно, сложно. Ну и еще там свои кое-какие нюансы. Так что вот мы проходим по аллее Славы. Северов, Щедрин Григорий Иванович. В общем, очень много людей, которые погибли за нашу с вами родину и спокойную жизнь. Вот такие здесь уже розы в Туапсе. Розы белые, розовые, желтые, бордовые. Ну а я буду прощаться пока с вами. Топаю на вокзал.